Портал Islab.ru, я Александр Тимошенко, и нас приветствует Александр Денисов, который является помощником хозяина данного зала. Мы не будем говорить, кто хозяин данного зала. Хотелось бы все-таки узнать, как зал называется. Зал называется Ultimate Gym. Ultimate, как правильно говорить? Ultimate Gym. Это будет, я надеюсь, что в дальнейшем это будет гнездом всех, я уже говорила, спортсменов выступающих, гнездом чемпионов, кузницы. Мы сейчас ехали в машине, обсуждали момент. Получается так, что есть сборная Москвы по бодибилдингу, такая существует. Но мы прекрасно и знаем. Эта сборная Москвы вполне возможно будет базироваться, проводиться здесь смотры, сборы на базе вот этого самого Ultimate Gym. Так может быть или нет? Так должно быть, я так думаю. Так должно быть, да? Да, так должно быть. И на самом деле сейчас рассматривается вопрос о предоставлении данного клуба как тренировочную базу московской сборной по бодибилдингу. Понятно. А президент московской сборной по бодибилдингу у нас? Это вы знаете. Олег Викторович Макшанс, насколько конечно, я помню. Да. Ясно. Именно с ним сейчас ведутся переговоры. Понятно. То есть это дополнительный стимул для тех, кто, видимо, будет посещать этот зал, дополнительный стимул для спортсменов, то есть, чтобы лучшие формы делать. Конечно, конечно. Тем более у нас профессиональное оборудование, которого не в каждом фитнес-клубе можно... А можно пойти посмотреть? Да, конечно, можно пройти, посмотреть. Ну, от тебя это не так далеко. Пожалуйста. Вот так вот, хаммер. Дорожки чьи? Александр, давай что-нибудь покажи еще. Техно-джим, пожалуйста. Ну, в нашем зале представлены тренажеры только ведущих компаний, и которые действительно, на которых работают профессионалы. Высота потолка. Это существенно? Высота потолка. У нас здесь 4,5 метра. Я не знаю, существенно это. У нас хорошая вентиляция, свежий воздух, все условия для тренировок. Мы продолжаем съемку в зале Ultimate Gym. Попытаемся потом из этой съемки как скомпоновать какой-то ролик. Это Григорий Кашин. Это человек за бородой, похожий на Сити Флетчера. Да. Он же вторая половина Любви Дресковой, которая у нас занимается в зале Ultimate Gym. Я типа качаю грудь, да? Я ее качаю, да. Мы уже все накачали. Сейчас я вас проведу в секретную зону, там еще не все доделано, но там много интересного. В перспективе это скоро откроется, но по секрету специально для тех, кто смотрит Islab. Вот именно, специально для вас. Пожалуйста. Так, это наш третий этаж, здесь пока не самое интересное. Это наша сайкл-студия. О. Вот такие вот сайклы. Музыка. Музыка, все, инструктора. Красавцы, да. И красавицы. Мы теперь покажем практически готовую нашу зону функционального тренинга. Так вот называемый так. CrossFit. Ну, я думаю, что вот это название вам о многом скажет. Настоящие чемпионы тренируются на чемпионском оборудовании. Вот такая зона кроссфита. Тут осталось прям минимальное место. Мы смотрим тоже здесь.
Ну что, акустика в зале хорошая, полы крепкие, то есть. Да, полы здесь крепкие. На нижний этаж. Нижний этаж, он же наш этаж, поэтому полы здесь крепкие. Ну что, супер. Александр, большое спасибо. Нет, ну что, еще могу показать вам наш класс йоги. Класс йоги? Ну если там йогинши не будут там сидеть случайно, нет их пока? Сейчас нет, сейчас. Очень нет, жаль. Никого не будет, но в перспективе будет их очень много. Вот такой класс. Именно йога. Ну, планируется под йогу, да, и может быть какие-то... Слушай. Александр, ну я думаю, что вы с Макшанцевым все-таки договоритесь. Ну, я думаю, мы договоримся, да. И данный клуб обязательно станет тренировочной базой сборной. Портал Ислап.ру, я Александр Тимошенко. И клуб Ultimate Gym. Ultimate Gym для вас. Для вас. Приходите, тренируйтесь. Мы вас будем рады видеть.